Глава турецкого государства Реджеп Эрдоган заставил поволноваться своих граждан. Он упал в обморок во время молитвы в мечети. Инцидент произошел в пригороде Стамбула. К Эрдогану бросились охранники, его отнесли на носилках. На место прибыли медики. Репортеров к мечети не подпустили. Позднее сам президент сообщил о том, что чувствует себя лучше. По словам турецкого лидера, у него резко повысился уровень сахара в крови и подскочило давление.